Огневая, строевая, тактическая подготовка, знакомство с солдатским бытом, мастер-классы с вооружением. На базе инженерно-аэродромного полка открылся лагерь для подростков. Стены воинской части принимают юношей на каникулах 8-й год подряд. В этом сезоне заселились 25 человек. Ребят ждет насыщенная, увлекательная программа, как военного характера, так и познавательного. Я думаю, что ребятам понравится. Подопечные 13 до 15 лет. На ближайшие 15 дней казармы полка станут для них домом. Молодые люди полностью погрузятся в армейскую жизнь. В здоровом теле здоровый дух. По несколько часов ребята проводят на спортгородке. Пресс, бицепс и ноги. Прокачать можно. Все. Мне здесь еще нравится, вкусно кормят. Здесь очень классно. Мне больше всего нравится, когда ты уже так немножко начинаешь просыпаться, точнее резко просыпаешься, когда кричит рота подъем. Администрация учреждения отмечает, желающих пройти так называемую школу мужества с каждым годом все больше. В таких лагерях детям всегда полезно находиться, они тут чувствуют дисциплину. Кроме обычных детей из обычных семей, здесь есть дети с неполных семей, дети, которые состоят у нас на учете, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Первая смена завершится 29 июля. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.